В этом видео мы покажем тебе, как сделать классический французский пучок. Раздели волосы косым пробором и нанеси сухой шампунь, чтобы придать им текстуру. Затем взбей волосы, чтобы создать объем. Щеткой аккуратно пригладь волосы, чтобы спрятать все торчащие кончики. Собери волосы сбоку в хвост и прихвати его у основания крупной заколкой. Закрепи волосы с помощью невидимок, а также добавь несколько заколок вдоль центральной линии затылка, расположив их крест-накрест. Сложи получившийся хвост по направлению к центру затылка, а затем несколько раз поверни. Закрепи с помощью заколок. Спрячь оставшиеся снаружи волосы внутрь пучка, чтобы кончик хвоста был полностью скрыт. Зафиксируй прическу спреем для волос. Поздравляем! Ты только что сделала классический французский пучок.